Привет, привет, вы на канале Дашенька Принцесса. И слушайте, а я подумала, почему же у меня только Estelle, а почему не должно быть айфона? Сейчас я наколдую у нас в этом шкафчике. А помните мое видео, когда я снимала новый велик и новый спиннер? А это уже айфон. Отлично. И теперь я сейчас буду колдовать. Берем мою волшебную палочку. Сейчас ее строим. Так, строим, строим. Это же палочка для селфи. А у меня эта палочка селфи волшебная. Угу, ясно. Сейчас мы ее включим. Абракадабра. Раз, два, три. Чтобы у меня сейчас в шкафчике был iPhone 4. Конечно, S. Чтобы у него были золотые экраны, все подготовлено. Чтобы все было подготовлено. Даже он, чтобы он еще был чуть заряжен. Ну что, давайте смотреть. Вы же видите, есть он? Да. Какая-то зарядная. Да. И вот айфончик. Сейчас мы его как-то аккуратно возьмем. Что, давайте его на быстрое место. Вот так, сейчас мы раскладем аккуратненько. Тут уже 38. Давайте, что, друзья, пусть он еще зарядится. Нет, покажите нам его. Снять зарядной? Он включается вот тут вверху. Тут такой цвет, смотрите, абракадабра. А тут черный. Ух ты. Что тут там у тебя игры закачиваются. А тут черный цветочек. Там кто-то тебе звонил уже. Ох, кто-то звонил. Мимима! Смотрите, друзья. Палочка, как у тебя, волшебная. Какие в нем есть игры. А что еще в айфоне есть? Сейчас мы это дело сделаем и покажу вам что-то дальше. Это мы дело сделали. Появился зайчик. Ага. А какая у него задняя сторона? Ага, да. И тут закачано все. Это, наверное, защитные стекла и бампер, наверное. Да, силиконовый. Вот тут уже кто-то звонил. Тут записан номер моего брата Богдана, Кирюши, бабушки, дедушки, мамы, папы и... И подружки. Так, кто мне звонил? Так, подождите, кто за мной звонил? Не звонил. Папуля? Да, папуля. Звонил папуля. Звонил папуля. Ты на нем можешь слушать музыку? Угу. Так, какие... Ой, господи. В дом мы зайдем.
друзья, во второй серии с айфоном, я вам дальше все покажу. Если что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дашенька Принцесса. Пока-пока!